Всем привет! Вот решил снять видео про своих свиноматок и мой сарай. Малявки. Будущие мамаши. Это станочки родильные. Кстати, про станки сниму видео. Как я их делал, все размеры, потому как искал в интернете и ничего похожего не нашел. Вот так вот все удобно. Свиноматка лежит здесь, не бегает по базу, не прыгает, поросят не давит. Красные лампы. Очень удобно, когда сделаете станки, ни одного поросенка свиноматка не задавила. Поставил себе свинок на племя ремонтное. Им сейчас где-то около 5 месяцев. Станки, кстати, тоже очень удобные. Корыто для еды. Корыто с водой идет на 2 бака. То же самое здесь. Одно корыто на 2 бака.